Утро доброе. 21 декабря. День зимнего солнцестояния. Короче, дни уже не будут. Самые короткие дни наступили. А у нас, наверное, самые рабочие. Стоянка Увал. Здесь уже Нижнесергинский район. Минус один. Видите, что творится на дороге. Здесь на стоянке, но здесь почищено. Вот так мы эротично, симпатично выглядим сзади. Полтонны снега на воротах. Какой он негабаритный, да? 500 кобыл, Волечка, двуногая. Вроде все хорошо. Как думаете, тронется? По идее, должна. За под горку. Может, пойдет. Чуть что, можно чуть-чуть назад. Полдесятого уже. Надо выезжать. Еще ехать больше 300 километров. К 2 часам должны прибыть. Поэтому, ну не знаю, будем пробовать. Но я думаю, на дороге минус один, на дороге должна быть вода. Мне так кажется. Поехали посмотрим. У меня вообще нет никакой гарантии, что она пойдет. Даже думаю, чуть-чуть попробовать все-таки назад ее скатить сразу. Она чуть-чуть скатилась. Теперь повыше передачку. Вчера в эту метелицу меня, да? Сам себе устроил вечернее трак-шоу. Я уже когда свернул в эту метелицу, уже все, назад-то мне было деваться некуда. У меня был один вариант. Подняться там на эту гору. Пытаться встать, либо уехать, потому что назад, задом, на дорогу, там тоже ж под гору, вытолкать у меня возможности такой уже не было. Вот. Без 20-10. 321 километр нам до места. По идее, все везде будет хорошо, хотя бы нормально. Мы приезжаем как раз, должны приехать. Ключевое слово в этой фразе — слово «если». Снежок идет. Какая дальше обстановка будет на дороге? А какая будет, такая будет.
спать уже ночью и выезжать в 7 утра, чтобы иметь 100% гарантии, что я доеду, да хрен в окне. Как приедем, так приедем. Не приедем в 2, приедем в 3. Не приедем в 3, приедем в 4. Не загрузят? Ну, извините. Переночуем, загрузимся завтра. Сегодня только вторник. Выгружаться мы явно будем только в пятницу. Заявки я не видел. Заявку обещали сделать сегодня. Поэтому увидим, посмотрим. Ну, сегодня пока загрузимся. В мои планы не входит в четверг в обед быть в Минске. Тьфу, в Минске, в Москве. Поэтому я рассчитываю, что выгрузка у нас будет на пятницу. Как пойдет. Нет, если вот так будет дорога, то так можно ехать. Так можно топтать и пустому, налегке. Никуда съезжать нельзя, это факт. Снег раскис, рыхлый. И если, не дай бог, не почищено, ты все это сразу же провалишься. И лопата, цепи, наши лучшие друзья. Цепочками удобно. Под колесико чпыка. Оп, и выскочил сразу. Потому что песка там было на заправке, на той не найти. Кто там был когда-то? Ключевое слово был. Вот. Ну поехали смотреть, что у нас как тут. Как там Чукчунь впереди. Я думаю, Суксун будет отсыпанный, мокрый. С метелицей, говорит, сутки снег идет, потому что ваше руководство экономит. Лишь не могут позвать дорожников, чтобы они почистили. За это надо денежку отстегнуть. А вот здесь стоянка вычищена. Даже если бы я там стал, я бы ему денег не давал. Я бы взял, что лучше. Как бы вот при желании стать есть где. То есть найти место здесь со стоянками, в общем-то. Ну, как это, стоянкой ты не назовешь, так вот такая какая-то парковка. Поздравляю, у нас братцы. Зимнее солнцестояние мы достигли. Сейчас сколько тут дней? 5, наверное, или недельку. И после этого все. Денек пойдет на увеличение, что не может не радовать. Это дела глобальные. Наши мелкие дела. А позавтракать сегодня чайку с тортиком. Что это ты, Люхи? Надо бы, когда буду ехать в следующий раз, заказать такого еще себе. Я к сладкое люблю. Не то, что там уже фанат, правда, но что без сладкого жить невозможно. Не могу, но кусочек тортика с утреца, с чайком, зашел как здрасте. Вот видите, вот люди расчищают въезд, заказали трактор, может свой. Чистят. Потому что набусовавшись там этой метелице, особо туда потом желания больше заезжать не будет ни у кого. Ну, это уже вопросы всех руководству. Хозяину. Так-то кафе там хорошее. Виды хорошие, все. Может, кафе и плата за стоянку разные организации. Хотя, наверное, вряд ли все это
летим навстречу елкам. Вот вам и американец. Тоже? А нет, это не американец. Это газель. Извиняюсь. Двуногая. Next двуногий. Полуприцеп таскает за собой. Тоже ушел на спуске. Скорее всего, ночью. Ночью было очень скользко. Очень. Сейчас нормально. А ночью было очень экстремально ехать. Сейчас разбита. Да, она так подшлифовывает, конечно. Но это как пустой. Груженному идти по такой дороге вообще никаких проблем. Если нормально загружен. Пустая она, да, она еще чувствует чуть-чуть колеса. Ну, прижимной силы-то никакой нету к асфальту. Пока крадемся. Вот тот. Тоже, видите, думали, что американец. Газон Next, я так понял, двуногий. Семьдесят километров до Суксуна. Где-то километров через 30-40 начнется Пермский край. Посмотрим, что там делается. Машины идут, значит, все нормально. В рацию никто пока ничего не кричал. Становитесь на стоянку, там все висят. Похуже. Здесь-то вот этот подъем-то туда, тут отсыпано, а вот где более-менее чуть коровно, как только зашли в него, так становись на коньки. Вперед конькобежным спортом заниматься. Еще мостик разобрали. Вернее, не разобрали, он разломался. Строят вон справа. Где-то временно строят. Сейчас тут деревню проедем. И сколько у нас тут? Три подъема. Суксунских. Сюда ровно 200. Вот Шахарова пройдем. Не, ну тут-то, ну тут вообще вода. Те же минус один. I caught feelings, I caught these feelings.
when I'm with you, yeah, nothing really matters. Don't need money or time. До Кукуштана, до развязки. Что-то мне подсказывает, что самое интересное и самое веселье у нас еще впереди. Почему-то. Опять снег повалил. Тут-то еще ладно по этой трассе в сторону Осы, а вот потом особенно меня интересует заезд в деревню. Очень интересует. Вчера сказали, что все там у нас все хорошо. Все хорошо, может быть, и у деревни, ой, это у кафе не телится. Вчера было тоже вроде как все хорошо. Идем, конечно, мы уже немножко с опозданием. Еще нам 107 километров. А время уже без пяти час. Данный аккад идет, машинка работает. Я съездил в сторону. То есть, по-любому, мы не успеваем. К двум. Ехали 60 километров в час, 50, средняя скорость 58 километров в час у меня. Готовьтесь через 800 метров держаться правее. Ехали медленно даже там, где в принципе, тут как бы вот после Суксуна сюда довольно-таки все было хорошо. Все равно ехали медленно. Ну что сделаешь? Сейчас посмотрим, как сюда в сторону Осы. На подъем еще тут. На мост подняться надо. Украина впереди идет. АИ первые. Что за номера такие? Ну и... Что у нас здесь? Здесь не знаю. Ну, главное не останавливаться. Ага, виляешь сзади? Виляй, но не сильно. Зашли хорошо. Тут я подразумеваю, все будет белым-бело, да? Еще тут до Осы подъемы хорошие. 78 километров до поворота направо. Тут, не доезжая Осы, нам нужно будет уйти вправо. Куда-то там, там я никогда не ездил. Блин, пацаны, подождите, не выезжайте. Дайте проеду. Да, тут все намного становится симпатичнее. Будем пробиваться. Вариантов нет.
Опять машинка хоть побелеет, а тут все грязное, да. Грязным снегом заляпанная. Сейчас беленькая станет. Бели-бели. Снежок идет, 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 снежочек идет. Тут-то ладно, ровно, впереди подъемы. Смотрим. Зато смотрите, какое вокруг природное великолепие. Какая настоящая зима. Нетронутая, не испорченная. Тогда особо не очень хорошо видно. Видите, щетки совсем все позалепляло. Но уже перед поворотом туда. Перед крайним рывком. Там остановимся, почистим щетки. Все уже залепило. Ни хрена не видать толком. Так как это лючок оставил. Сижу как в люке танка. Смотрю. Но ведь красота же, правда? Едь, наслаждайся. Природа лучший художник. Лучше природы не нарисует никто. Не нашлось еще такого. Ориентировочно через 49 километров мы это сделаем. Oh.
5. Там еще 27 километров от него. Местами посыпано. Чаще скользко. Еще чаще очень скользко. Но ехать можно. Такие самые крутые посыпаны с поворотами. Остальных крутитесь как хотите, называется. Спуске. Тут, конечно, может быть, и можно было бы.
интересная. Сначала спуск с поворотом крутым, потом подъем с таким же крутым поворотом. Дорога узкая. Разъезжаться даже тяжковато. Вон он, видите, какой красавчик впереди. Что? Педаль в пол. Здесь без вариантов. Вы превышаете допустимую скорость. Маша, на дорогу посмотри. Не ругайся. Зайдешь быстро в поворот, потому что он крутой, еще и встречные. Опа, пошла вилять. Ты. Давай, милая, давай, 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 давай. Давай, сама на автомате вытащишь. Я в тебя верю. Давай, родная, давай. Чуть-чуть, чуть-чуть. Буксуем, буксуем. И снова красотка. Давай, газел. Жги. Выжимай. На одном подъеме чуть не стал. Еле-еле выскребла. Очень крутой поворот, крутой подъем. Почка с Америкой лежала. Американец. Говорят, американцы не ложатся. Позвонил, говорю, что там, как у вас? Говорит, можно заезжать. Нижняя Драчёва 2. Вот нам сюда. Ну что, с Богом. Через 100 метров поверните направо. На следующем повороте. Вот, конечно, направо. Здесь. Блин. Пошли, моя хорошая, пошли. Спасибо, родная.
конечного пункта я достиг, который нужен. Спуск. Хорошо. Пойду майку выжимать. Это было прикольно. Скажу я вам честно и откровенно. Короче, пошел я. В общем, вон там, вон мои елки, сказали, тон 13 будет веса. Сейчас надо вот туда сдать задом, там под горку. Тут туда-то с горки, потом сюда под горку. В общем, скорее всего, что сейчас будем крюк доставать. Сам я здесь. Туда-то я, скорее всего, еще, возможно, сдам. А вот назад, наверное, вряд ли. Надо вот сюда и вот туда. Будем пробовать, что делать. Сегодня ночью, говорит, минус 17. Хоть ты подожди, переночуй до завтра. Потому что сейчас ноль. У меня крыша спереду назад сдвигалась, было бы вообще классно. Сказал, всего тон 13 где-то получается. Как бы я бы это самым тяжелым положил бы вперед. Нет, на ведущую бы давило бы вообще прелесть. Ну, не знаю. Давайте пробовать. Боюсь, что тут сейчас мы без крюка не обойдется. Моя ты умничка. Командует
Все, сейчас мы перекрываемся, идем сдвигать крышу и будем загружаться. Неожиданно, неожиданно. Я думал, тут не получится. GoPro. Даже с шишками. Первый раз, да? У вас? Не, вообще, елки. Елки первый раз. Никогда не грузил. Вот для истории. Елки. Что-что, елки возил. Все, что хочешь, уже, можно сказать, возил. А елки нет. Да, ну тут точно ничего увязывать не надо. Конечно, вот ее по максимуму бы туда вперед завести, вот той тяжелой частью. Ну, уже как есть. Просто если бы крыша вперед, спереду назад сдвигалась, было бы вообще красиво. Получается заднюю назад. Ну да. Красивая елочка. А, забыл убрать, да? Ага. Ну то, что здесь ничего увязывать не надо, так это факт. Правильно, а вторую наоборот положит. Даже с шишками. Прикольно. А, нет, они, наверное... А, нет, все правильно. Вторую наоборот. Не-не, прижали мне ось, прижали. Видите, как опустилось? Хорошо прижали. Отлично. Отлично. Еще одну ждем сейчас. Я думал, она тут не выскребится. Не, красотка выскреблась. Первый говорит, который утром водитель был, он туда сдавал. Говорит, потом вот этим крузаком его таскал. Потому что, естественно, оттуда он уже выехать не мог. Ну да, вторую этой... нижней частью назад. Ну, грузим вторую. А нет, тоже этим туда. Тяжелую часть. А нет, это он, а, это он по кругу просто заводить будет. Все правильно. Комель или как эта нижняя часть называется. Ей назад. Я уже не первый и, наверное, как я понимаю, не последний. Как говорят, они на посадку идут. Их садить будут где-то. Не будем говорить где, скоро узнаем. Приедем в Москву, узнаем.
Да, елки я еще не возил. Когда-то ж надо начинать. А макушка мешает. Вот так вот возят елки, оказывается. Понятия не имел. Правда, как я буду крышу сдвигать в Москве, если там будет мороз? По ним-то не пойдешь, по елкам. Надо будет это, наверное, поверху ползать. Ну, может, там поможет кто. Двумя ремнями впереди привязали. Сейчас еще сзади двумя ремнями привяжем. Чтоб не каталось. И все должно быть зергут. Не, если два таких вперед положить, уже будет перегруз на вторую. Поэтому сейчас посмотрим, как прицеп просядет. Тяжеленькая. Все, пойдем вязать. Вот и все. Пол четвертого, мы готовы. Документы на руках. Все, переодеваемся. И в путь. Эту положим и погнали. Сюда ее повесим сейчас. Опа. Вот туда.